Здравствуйте, меня зовут Наоми Сегерс, и сегодня я хочу бросить на Самару свой нерусский взгляд. Хотя меня крестили в детстве, и я читала нашу Библию, я никогда не особенно была религиозным человеком. Я потом уже не ходила в церковь, я никогда не молилась и никогда не принимала участие в Великом посте. Почему же? Религия у нас – это больше традиция, чем настоящая вера у человека. И это я очень хорошо понимаю и вижу, когда мы празднуем, например, один из самых важных праздников – Пасха. У нас Пасха уже давно не религиозный праздник. Этот праздник стал в Бельгии детским, семейным, даже немного сказочным. Во-первых, мы совсем забыли, что этот момент означает окончание Великого поста. И почему мы про это забыли? Потому что это никто больше не делает. А в России я заметила, что участие в этом посте еще актуальная тема. Даже иногда у молодежи. Это было для меня удивительно видеть, сколько людей в России сохранили эту религиозную традицию. И не только эту. Можно сказать, что у вас Пасха осталась таким праздником, каким, ну, он должен быть. Серьезно и для взрослых. Я так поняла, что у вас нет мифов или прикольных рассказов, никаких весенних прогулок, кроме как на кладбище. Очень часто мне кажется, что религиозные события в России – это особенно есть, пить и идти на кладбище. Единственная общая вещь на Пасху в наших культурах – это, наверное, пасхальные яйца. Хотя вы их красите и едите, и все. А у нас, конечно, тоже красят яйца. Но в воскресенье утром дети их должны найти в саду, в доме. Везде они лежат. Потому что утром пасхальный заяц и колоколы из Рима эти яйца принесли и положили везде вокруг дома. И это всем больше всего нравится. Но это особенно нравится, потому что это яйца не только настоящие, но тоже шоколадные. Дети у нас так любят этот день. Я думаю, что он стал таким днем, как Рождество. Целая семья собирается вместе, кушает бутерброды и торт. Только на Пасхе уже такая хорошая погода, и мы тоже идем гулять. Все вместе. В принципе, хотя это уже не такой праздник, как раньше, мне этот день очень нравится. И также в России. Но это, наверное, особенно благодаря вашим вкусным куличам и красивым яйцам. Это была я, Наоми Сегерс, и мой нерусский взгляд. До свидания.